Добрый день, подписчики и гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как связать спицами вот такой вот узор. Графическая схема узора в описании к видео. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на наш канал. Приятного вам просмотра! Раппорт узора состоит из 18 петель. Я набрала 36, плюс 1 для симметрии и 2 кромочные. И у меня получилось 39 петель. Будем вязать не с первого ряда, а сначала провяжем подготовительный ряд. Он получается, мы будем его вязать как на изнаночной стороне. Итак, кромочную, как всегда, снимаем, не провязывая. И вяжем одну лицевую. Раз, три изнаночные. Раз, два, три. Три лицевые. Раз, два, три, две изнаночные, раз, два, одну лицевую, снова две изнаночные, раз, два, три лицевые, раз, два, три, три изнаночные, раз, два, три. Конец раппорта. И получается, так как это у нас изнаночная сторона, в конце мы провязываем одну лицевую для симметрии, а на лицевой стороне у нас будет она идти в начале раппорта изнаночной. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. Я провязала подготовительный ряд. Начинаем вязать сам узор. Кромочную снимаем и провязываем одну изнаночную петлю для симметрии. Начинаем наш раппорт. Один накид, 3 петли вместе с наклоном влево. Первую петлю снимаю как лицевую, не провязывая. 2 петли провязываю вместе лицевой и снятую петлю накидываю на провязанные петли. Получается 3 петли с наклоном влево. 2 изнаночные, раз, два, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 1 изнаночная, накид, лицевая, протяжка. Первую петлю я снимаю как лицевую, не провязывая, вторую провязываю лицевой. И снятую петлю накидываю на провязанную. У нас получается 2 петли вместе с наклоном влево, то есть протяжка. 2 изнаночные. Раз, два. 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Мы их просто провязываем 3 петли вместе лицевой. И у нас получается наклон вправо. Накид, изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. Второй ряд. Кромочную снимаем и вяжем одну лицевую, одну изнаночную, накид, одну изнаночную, две лицевых, раз, два, три изнаночных, раз, два, три, одну лицевую, три изнаночных, раз, два, три, две лицевых, раз, два, одну изнаночную, накид, одну изнаночную. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провяжем одну лицевую для симметрии. Третий ряд. Кромочную снимаем, провязываем одну изнаночную для симметрии. Вяжем раппорт. 3 лицевых. Раз, два, три. 1 изнаночная. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо,
Одна лицевая, накид, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, накид, одна лицевая, протяжка. Первую петлю я снимаю как лицевую, не провязывая, вторую провязываю лицевой и снятую петлю накидываю на провязанную. Одна изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 1 изнаночная, конец раппорта. И так, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. Четвертый ряд. Кромочную снимаем и вяжем 1 лицевую, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 1 лицевую, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 1 лицевую, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 1 лицевую, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провяжем 1 лицевую для симметрии. Пятый ряд. Кромочную снимаем и вяжем 1 изнаночную петлю для симметрии. Начинаем раппорт. 1 накид, 3 петли вместе с наклоном влево. Первую петлю я снимаю как лицевую, не провязывая. 2 петли провязываю лицевой вместе и снятую петлю накидываю на провязанные. Теперь снова провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая, накид, 2 лицевых, 1, 2. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1, 2, накид, 1 лицевая, протяжка, 3 петли вместе с наклоном вправо, просто 3 петли провязываю вместе лицевой, получается наклон вправо, накид, 1 изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. Шестой ряд. Кромочную снимаем, вяжем 1 лицевую, 1 изнаночную, накид, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 лицевая, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 1 изнаночная, конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем 1 лицевую петлю для симметрии. Седьмой ряд. Кромочную снимаем и вяжем 1 изнаночную для симметрии. Дальше 2 лицевых. 1, 2. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая. Накид. 3 петли вместе лицевой. 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Просто 3 петли провязываю вместе. Получается 3 петли вместе с наклоном вправо. Накид. 1 изнаночная. Снова накид. 3 петли вместе с наклоном влево. Первую петлю я снимаю, не провязывая. 3 петли провязываю вместе лицевой и снятую петлю накидываю на провязанную. Накид. 1 лицевая. Протяжка. 2 лицевых, 1, 2, 1 изнаночная, конец раппорта.
И так, чередуя рапорты, вяжем до конца ряда. Восьмой ряд. Кромочную снимаем и вяжем одну лицевую, 4 изнаночные. Раз, два, три, 4. Одна лицевая, одна изнаночная, накид, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, накид, одна изнаночная, одна лицевая, 4 изнаночные. Раз, два, три, 4. Конец рапорта. Итак, чередуя рапорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем одну лицевую петлю для симметрии. Девятый ряд. Кромочную снимаем и вяжем одну изнаночную для симметрии. Одна лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, одна лицевая, накид, одна изнаночная, 3 лицевых. Раз, два, три. Одна изнаночная, 3 лицевых. Раз, два, три. Одна изнаночная, накид, одна лицевая, протяжка, одна лицевая, одна изнаночная. Конец рапорта. Итак, чередуя рапорты, вяжем до конца ряда. Десятый ряд. Кромочную снимаем, вяжем одну лицевую, 3 изнаночные. Раз, два, три. 2 лицевые. Раз, два. 3 изнаночные. Раз, два, три. 1 лицевая. 3 изнаночных. Раз, два, три. 2 лицевые. Раз, два. 3 изнаночные. Раз, два, три. Конец рапорта. Итак, чередуя рапорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем одну лицевую петлю для симметрии. 11 ряд. Кромочную снимаем. Вяжем одну изнаночную для симметрии. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая. Накид, 2 изнаночные. Раз, два. 3 петли вместе с наклоном вправо. 3 петли провязываю лицевой вместе. Накид, 1 изнаночная. Накид, 3 петли вместе с наклоном влево. 2 изнаночные. Раз, два. Накид, 1 лицевая, протяжка, 1 изнаночная. Конец рапорта. Итак, чередуя рапорты, вяжем до конца ряда. 12 ряд. Кромочную снимаем, вяжем 1 лицевую, 2 изнаночных. Раз, два, 3 лицевых. Раз, два, три. 1 изнаночную, накид, 1 изнаночную, 1 лицевую, 1 изнаночную, накид, 1 изнаночную, 3 лицевых. Раз, два, три. 2 изнаночные. Раз, два. Конец рапорта. Итак, чередуя рапорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем одну лицевую петлю для симметрии. 13 ряд. Кромочную снимаем и вяжем одну изнаночную для симметрии. 2 лицевых. Раз,
два, три изнаночных, раз, два, три, три лицевых, раз, два, три, одна изнаночная, три лицевых, раз, два, три, три изнаночные, раз, два, три, две лицевых, раз, два, одна изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. 14 ряд. Кромочную снимаем, вяжем одну лицевую, две изнаночные, раз, два, три лицевых, раз, два, три, три изнаночные, раз, два, три, одну лицевую, три изнаночные, раз, два, три, три лицевые, раз, два, три, две изнаночные, раз, два. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем одну лицевую петлю для симметрии. 15 ряд. Кромочную снимаем и вяжем одну изнаночную для симметрии. Один накид, лицевая, протяжка, две изнаночные, раз, два, три петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, одна изнаночная, накид, три петли вместе с наклоном влево, две изнаночные, раз, два, две петли вместе лицевой с наклоном вправо, одна лицевая, накид, одна изнаночная, конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. 16 ряд. Кромочную снимаем, вяжем одну лицевую, три изнаночные, раз, два, три, две лицевые, раз, два, одна изнаночная, накид, одна изнаночная, лицевая, одна изнаночная, накид, одна изнаночная, две лицевых, раз, два, три изнаночные, раз, два, три. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем одну лицевую петлю для симметрии. 17 ряд. Кромочную снимаем, вяжем одну изнаночную для симметрии. Одна лицевая, накид, одна лицевая, протяжка, одна изнаночная, три лицевых, раз, два, три, одна изнаночная, три лицевых, раз, два, три, одна изнаночная, две петли вместе лицевой с наклоном вправо, одна лицевая, накид, одна лицевая, одна изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. 18 ряд. Кромочную снимаем. Вяжем одну лицевую, 4 изнаночные. Раз, два, три, четыре. Одну лицевую, 3 изнаночные. Раз, два, три. Одну лицевую, три изнаночные, раз, два, три, одну лицевую, четыре изнаночные, раз, два, три, четыре.
конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем одну лицевую петлю для симметрии. 19 ряд. Кромочную снимаем, вяжем одну изнаночную для симметрии. 2 лицевых. 1, 2. Накид. 1 лицевая. Протяжка. 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Изнаночная. Накид. 3 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе с наклоном вправо. 1 лицевая. Накид. 2 лицевые. 1, 2. 1 изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. 20 ряд. Кромочную снимаем и вяжем 1 лицевую, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 1 изнаночная. 1 лицевая. 1 изнаночная. Накид. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем одну лицевую петлю для симметрии. 21 ряд. Кромочную снимаем и вяжем одну изнаночную для симметрии. 1 накид. 3 петли вместе с наклоном влево. 1 лицевая. Протяжка. 2 лицевые. 1, 2. 1 изнаночная. 2 лицевые. 1, 2. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая. Накид. 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 1 изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. 22 ряд. Кромочную снимаем. Вяжем 1 лицевую. 1 изнаночную. Накид. 1 изнаночную. 1 лицевую. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 1 лицевую. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 1 лицевую. 1 изнаночную. Накид. 1 изнаночную. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провяжем 1 лицевую петлю для симметрии. 23 ряд. Кромочную снимаем, вяжем 1 изнаночную для симметрии. 3 лицевых. 1, 2, 3. 1 изнаночная. Накид. 1 лицевая. Протяжка. 1 лицевая. 1 изнаночная. 1 лицевая. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая. Накид. Изнаночная. 3 лицевых. 1, 2, 3. 1 изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. 24 ряд. Кромочную снимаем. Вяжем
одну лицевую, 3 изнаночных. Раз, два, три. 2 лицевых. Раз, два. 3 изнаночных. Раз, два, три. 1 лицевую. 3 изнаночных. Раз, два, три. 2 лицевых. Раз, два. 3 изнаночных. Раз, два, три. Конец раппорта. Итак, чередую раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провяжем 1 лицевую петлю для симметрии. 25 ряд. Кромочную снимаем и вяжем 1 изнаночную для симметрии. 1 накид. 3 петли вместе с наклоном влево. 2 изнаночные. Раз, два. Накид. 1 лицевая. Протяжка. 1 изнаночная. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая. Накид. 2 изнаночные. Раз, два. 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 1 изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередую раппорты, вяжем до конца ряда. 26 ряд. Кромочную снимаем, вяжем 1 лицевую, 1 изнаночную, накид, 1 изнаночную, 3 лицевых, 1, 2, 3. 2 изнаночные, 1, 2, 1 лицевую, 2 изнаночные, 1, 2, 3 лицевых, 1, 2, 3, 1 изнаночную, накид, 1 изнаночную, конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провяжем 1 лицевую петлю для симметрии. 27 ряд. Кромочную снимаем. Вяжем 1 изнаночную для симметрии. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 лицевые. 1, 2. 1 изнаночная. 2 лицевые. 1, 2. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. 1 изнаночная. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. 28 ряд. Кромочную снимаем, вяжем 1 лицевую, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночные. 1, 2. 1 лицевую. 2 изнаночные. 1, 2. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Конец раппорта. Итак, чередуя раппорты, вяжем до конца ряда. В конце ряда провяжем 1 лицевую петлю для симметрии. Я довязала высоту раппорт 28 рядов и вверх вывязала еще один раппорт. В итоге получились вот такие вот ажурные, рельефные, получается, ромбики, в которых находятся вот такие вот ажурные колоски.